Всем привет, с вами Джамбо Макс, и сегодня я расскажу свою печальную историю, которая связана с видеоиграми. Все вы знаете, что я очень люблю играть в видеоигры, особенно в мультиплеер. Люблю покатать в Гирю, Titanfall, Батлу, иногда в Fortnite и в говно сделанный PUBG. Играть в онлайн я начал с 2012 года, и только в последнее время я начал наблюдать очень странное явление, а именно ухудшение здоровья от видеоигр. Сейчас я ни в коем случае не шучу и рассказываю, как оно есть. В последнее время, а именно около полугода назад, я стал жаловаться на боли в брюшной полости. Непонятно по каким причинам у меня начал болеть желудок. Болеть начало ближе к грудной клетке, боли тянущиеся, колики и просто неприятные ощущения. У меня было подозрение, что это все из-за фастфуда и прочей вредной пищи, ведь я любитель сходить в KFC. И как оказалось, вредная еда действительно была причастна к этой проблеме. После нескольких месяцев диеты, а именно после кашек-малашек, у меня все это более-менее прошло. Кстати, в этот период я играл крайне мало. После пройденной диеты я стал намного реже есть фастфуд, но начал активно играть в такие игры, как Fortnite и PUBG. И несложно догадаться, что боли вернулись и в более грубой форме. Я не мог есть сутками, и боли стали намного сильнее. После этого я напрочь убрал фастфуд, но продолжал играть. И только тогда я заметил, что именно после напряженных игр у меня идет ухудшение самочувствие. Все те, кто приходил ко мне на стрим, играл со мной на сходках, знают, что я человек эмоциональный, и эта эмоциональность, как оказалось, идет мне в ущерб. Когда играю в тот же PUBG, я остаюсь в топ-10, нервишки начинают шалить, учащается сердцебиение, и со всем этим идет удар по желудку. Кстати, нервничать из-за игр я начал много раньше, а именно с ранних лет, когда не мог пройти тот или иной уровень. Я тогда дико орал, бил стены, бросал геймпады и так далее. Сейчас же я стал более сдержаннее и в неприятных моментах просто ору и матерюсь. Когда играю в тот же Titanfall и пытаюсь тащить, но по каким-либо причинам начинаю проигрывать, появляется волнение и опять же возвращается боль. После похода к врачу мне поставили диагноз бульбит, сказали продолжать сидеть на диете и ни в коем случае не нервничать. В противном случае я заработаю себе язву. С тех пор я очень редко появляюсь в онлайн играх и стал намного реже делать сходки на результат. В связи с этим я хочу вам посоветовать меньше играть в видеоигры, от которых вы как-то нервничаете и яро бомбите. Все эти переживания из-за каких-то игровых результатов могут перерасти в какую-то неприятную болезнь, которая вам будет мешать в жизни. Поэтому не нервничайте из-за слитых каток, это ведь всего лишь игра. Если понравилась история, ставь лайк, подписывайся на канал, а также пиши свои истории, связанные с видеоиграми. Спасибо за просмотр, берегите свое здоровье и до новых встреч.